Еду опять, Еши. На мотоцикле. А, есть, есть, нашел. Я помню, что я пошел. На. Переверни другой стороной, ты себя снимаешь. Ну что, что-то тебя показывать. Еду второй раз. Ну скажи, что тебе понравилось. Что не, ты... круто. Я кайфанул вчера вообще, мне понравилось. На поворотах стремновато, особенно вот в эту сторону. В эту вообще спокойно. Знаешь, я же смотрю на него, на этот, на навигатор, и вижу, что сейчас будет поворот туда. И я так уже, если туда, я так голову туда уже поворачиваю, и как-то так удобно. А на эту жесть. Кажется, что, блин, сейчас упаду. А мне наоборот. А он еще больше. И думаешь, ну, бля, что? А ты смотри не навигатор, а когда едешь по трассе, знаки стоят. Поворот. Я навигатор так вижу, и на знаки тоже. Мой зайчик. Так что зайчик ваш еще тот крутой байкер. Ему понравилось. Сегодня со мной дрались, кто будет ехать на мотоцикле. О, класс. С Богом. Да. Самое главное. А здесь уже теплышко, так солнце, да, пригрело? Пригрело солнце. Мне понравилось, сидеть удобно, я держу руками сзади. А если бы ты ездил, допустим, вот как сейчас мы поехали, и каждый день вот 300, 400, 500, ты бы втянулся, вот мы бывает останавливаемся, я уже пацану говорю, все, поехали, говорю, уже стоять надоело, едем, едем, знаешь, бывает, гони. Хороший город, да, такой цивильный, дома такие красивые, но уже цивилизация побольше, чем. А мы же сейчас будем были. Горы подниматься. Это мы вот его проезжаем и горы, а потом вниз и к морю. А сейчас слева будет, кстати, хорошая панорама. Если. Сейчас. Самолет над нами прямо над головами пролетел на посадку шоу. Мы как раз с под моста выехали из самолета. Да, красиво. Вообще красотень была. Ира говорит, я обрадовалась больше самолета, чем тем гором. Оля, скажи здравствуйте. Каппадокки, здравствуйте. Самойловым подписчикам. Мы сейчас наснимаем. Меня там никто же любит. Чего не видно еще. Сейчас мы, по идее, должны вверх подниматься. Мы же поднимаемся. Тут и заправок, может, и не будет. Да не, ну за городом должна быть. Как-то вчера мы ехали прям так достаточно часто. Много были, было, да? Да, 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 да. Заправки. Каштан. Тоже домики красивые, смотри, какие. Очень много стройки у них идет, и дома строят, и какие-то комплексы. Молодцы.
Коле, когда мы приедем назад, дай бог, все хорошо. Надо Самвела посадить на мотоцикл по нашим, чтобы по дороге он прочувствовал разницу. Разницу. Странная манера езды у них, конечно, ребят, очень тяжело. Они без поворотников, как хотят, так и едут, не пропустят. Ты идешь на обгон его, а он выезжает. Ну, начинаешь резко тормозить. Непонятно, сколько мы едем, что на машине, что на мотоцикле, да. Однозначно тяжело, глаз да глаз за ними. Особенно, которые на фурах. Просто фура перед носом выезжает, выползает, и все. И соседнюю фуру обогнать не может, и начинаешь резко тормозить и за ней плестись. Вот, ну, тут уже дождика и нет. Смотри, динозавры. Вон головы вот этих травоядных. Парк, наверное, детский. Ну, может быть. Уже не увидишь, не, наверное. Не вижу, не, вот, не. Смотри. Парк, и вон торчат головы динозавров. Ну, я не увидела. Так, все, выключаюсь. О, зашибись. Какой красивый город Коня, да? Ой, город обалденный, Коня, Ира. Боже, какая красота. Какие молодцы. Вообще, вот это Эрдоган молодец, блин. Что тут Эрдоган? Президент мира. Они до Эрдогана были, короче. Да нет, до Эрдогана. Давай, тебе лекарство. Нет, не то. Вот, класс. Так, все, отдыхайте. Просто, вообще, такой кайф. Смотри, нам бы еще с тобой его сконнекер это делай, мы могли... До конца еду, Ира. Хватит, сиди в машине. Это, слышишь? Я только что на видео это сказала. Да? Мы снимали немножко. А, я знаю, что это самое. Вот эти на последние повороты, где такие сильные. Знаешь, вот ты закрываешь глаза и расслабляешься. И оно тогда ты вместе с тобой, и получается, и ложишься. Ты самолет видел над головой? Да, видел. Ой, как классно вообще. Я там Генке показываю вдалеке, а он мне показывает. Видишь, раз и самолет. Да. Я таким обрадовалась, говорю, Коля, я самолета больше обрадовалась, чем этим камням по которому. Ты не видел, как Ира орала в машине, как самолет увидела над головой. Я люблю самолет, это мое самое любимое. Ой, вообще, я кайфанул. Ты что, я ей не показываю? Газуй быстрее. Коль, а ты богатый? Ну, 140. А нажимай на кнопку просто вот там. А он останавливается, говорит, что, говорит, ты пить хочешь? Я говорю, да не, газуй. О, дайте водички. Он не понял, что это. Я говорю, чтобы быстрее ты ехал. На, у нас кипишка есть, держи. Дайте водички. Коль, где водичка? Сейчас я доставлю. А что там? Не надо, вот так. Что вы ломаете машину? Она же не так. Оно же в самом конце запхана засумка. Ты знаешь, едешь на мотоцикле, и вот такое впечатление, что ты думаешь, блин, ты что, ну, ты ж только что стоял на улице, знаешь, и ты вдруг полетел. Знаешь, как по воздуху летишь, под тобой что-то такое едет, понимаешь, и ты... Кайфуешь, да? Не... А, нет, они ж не пускают. Не так, как из машины смотреть в окно, то есть это перед тобой все вообще. Навести порядок, это вот бардак в машине, в мотоцикле, это капец какой-то. Трандец даже никакой. Коля все аккуратно сложил. Ну, было все, подожди, я... Обесрал и Колю. Ничего не обесрал и Коля, там мы накидали, отключим Коля. А где моя намордник? В шлеме, да. Вон он. Вот это мое, мне... Самвел, у тебя сейчас вся футболка сзади мокрая, одень кофту, чтобы ты не заболел. Ира, дай ему он синюю, там вот по твоими этими, да, потому что ты весь мокрый, чтоб... Иди, бери лекарство. Я тут все сложил аккуратно. Вот это кайф. У тебя двери в квартире есть дома? Это ты такая радая, что с Калю не домусилась, а, блин, тебе нахрен не надо ехать. А мы так хорошо с Ирой поговорили всю дорогу. Вот и едете, деревенька. Еще и песни поете? Да. А вы обоих? Я пою. Я надо было включить трансляцию в Инстаграме, купить карточку и сделать трансляцию по третьим песням. Знаешь бы, как они привыкли? Нам надо пение было. Мы обсуждали важные моменты. Нас обсуждали с тобой. Хорошо, кроме вас... Что ты ешь? Что будем кушать там? Кроме вас, он на нервах. Кроме вас нечего. Нет, а ты себе не представляла, что смотри, ты едешь, да, такая трасса, ты дубасишь с такой скоростью, смотришь пейзажи, все. Да. А понимаешь, что ты далеко от дома, прикинь. Хрен зайдет, а другом чуть не дойти. Пошли. Пошли. На, Сандал, держи, закрой машину. Неописуемое ощущение, конечно. Я теперь понимаю приколы, то, что говорят, что они едут, куда едут. А прикол... Зачем? А прикольно ехать. А вот именно ты именно прикольно ехать. Вот этот, я смотрю, уже 200 километров.
Если было 420, сейчас 200 с чем-то. 210 лишку. Ну вот наши мотоциклисты, ребята, и выезжают за пределы, ну, то по Европе сейчас Европа закрыта. То есть тут прикол в том, что ехать, смотреть, мимо, по городу. Захотел, остановился, ты не привязан никому. Ну да, это тоже да. Свой кайф в этом. Это путешествие, это да. Не отдых в таком понятии. Да. Ну, покушать и попыть. А куда, что? Это меню, наверное, будут давать, да? Туда? Туда. Пошли. Видишь, понимаем же. А, туда. Окей. Туда? А, это туалет. А, не, нам покушать. Не, ну руки надо помыть. А, руки по... Да. Это женский, это мужской. Нахера мне не туалет. Что меня в туалет послали, ребят. Не поставь, может, конечно. Вообще, я так кайфанул. Я передать не могу. Туалеты у них, короче, как НЛО. Какие-то эти. Это вода? Да, это вода. Ты шо? Знаешь, вот одноразовый запакован. А это тоже вода? Мы летели 40 минут из Анталии в Стамбул, нас кормили и давали воду. И кофе натуральный принесли, и какие-то бургеры. Какая мы Турция, летим, страна мы шикарная. Летим, за деньги 3 часа нам ни кофе, ни чай, ничего не дают. Какая шикарная страна вообще, да, Юра? Огромная. Блин, точно. Огромная. Может, давай завтра квартиру купим? Сегодня мы в Аланию приезжаем, давай сегодня квартиру купим. Да, пойдем в агентство, дедя уже завербованные. Купим особняк, чтобы все переехали. Белебейцы, игренцы, я со своим табор. Все. И мама во главе. И мама, конечно, во главе. Мама, ну, знаешь, какой-то... Там, какой-то, знаешь, голодухи. Вот это большая прямо. Детская мама. Ага, да-да-да, такая. Вокруг которой все, знаешь. Ой, надо будет шлем выбирать. А вон влажные салфетки есть, кстати. Можешь одну взять и вытереть. Красота, ребятки. Ой, я просто кайфую. Приятного аппетита. Я буду. Да, всем приятного аппетита. Приятного. Так. Где моя большая? Да. Нет, он на столе был. Воду принесли. Новая жизнь, да, началась. И антисептики, маски. Да. Уже мир такой не будет, как был. Ну, может, это и лучше. Как крем-суп, курица. Может, это и лучше. Люди научатся ценить жизнь. Mm-hmm. Научатся ценить жизнь. Ой, запах какой классный. Ты, наверное... Ты меня раздразнил. Слушай, я тебе говорю, я бери. Не, я попробую. Ну, так и. А ну и расскажешь. Ну, так и. Так и, да? Так и. А лимончика не хочешь добавить? Или оно и так кислое, по-моему. Накрошка на блендере или что это? Да нет. Нет, типа солянка на блендере. Какая же накрошка? Это может быть просто какой-то суп, а вдруг он с чечевицей или еще сколько. Это томатный суп. Пахнет очень приятно. Да, острый. Остренький, вкусненький, зря ты. Хороший супчик. Остренький. Мне немножко наоборот. Мне кажется, петрушки надо туда. Петрушку сюда? Мне кажется, так классно с петрушкой. Ням-ням. Ой, вообще классный, ты шо. Ну, мне такая. Ты говоришь, что не вкусно. Уже кушать. Масик, тебе принесли. Коля меня раздразил, я хотела попробовать. Очень обалденный супчик. Так поешь еще немного. Я уже лимончиком тебе спрыснула. У нас съешь порой. А. Еще готовы. В машине съездим, спасибо. И все. Да. Ну, ребят, приятного аппетита. Угу. Приятного аппетита, спасибо. Красиво, ребята, как... Смотри. Это отель себе, видно, да? Да. Смотри, видно, надо море, брать. Смотри, номера нормальные. Надо брать. Ой, такой... А вот ой, а такой... Слушай, вот такое мы никогда не пробовали. Смотри, маслом. Потому что когда так. Тебя везут туристическим автобусом, или ты в отеле живешь, тебе такого не дадут. Бери, бронируй. А вот и помидоры те, что я тебе говорил на видео. Они просто пополам. Вкусно. Это даже шашлык есть. Лепешки какие классные. Какие-то... Лепешка под низом есть, ребят. Что тут под низом одна есть? А мясо? Сколько? Мне понравилось, что мясо, ну, разный вид. А тоже лепешки? Ну, это вот это. Ну, и как вкусно. Угу. Обалдеть. Прям мясо дымком пахнет. Маринованный лук.
А вы еще остановились, я Коле говорю, господи, какое село на трассе, никакой цивилизации. Угу. Какие-то дрова тут нарубаны, ну что тут чего? Они белые рубашки. Я прям говорю, о, он говорит, белые рубашки. Коля говорит, тебе это что-то, говорю, немножко успокаивает. А какой вот этот рис? Ну это лук, да, видишь, это не рис. Лук очень вкусный. Это, наверное, булгур. Угу. Мир, попробуй его. Лук обалденный. Булгур обалденный. Полупансион, кетчуп. Так, вот, ребята, смотрите, чтобы вы не спрашивали, куда и зачем мы едем. Разве вы увидите, лежа в Анталии на пляже, вот такую красоту? Посмотрите. А мы уже едем, сколько, Коля? Даже не знаю, сколько протяженностью километров. Подымались воры, теперь идем вниз. Впереди Самвелка с Еной. Да, ливень их поливал сегодня, что-то выехали. Опять ливень пустился. Но они молодцы, не остановились. Ну, тут 18 градусов, немножко прохладнее. Ребят, красота неописуемая просто. Просто. Самвелка, я говорю, Коля, все, придется тебе покупать мотоцикл, возить зайчика нашего на мотоцикле, что-то он в машину не хочет садиться. И такую же деловую на нас Коля фыркает. Так он уже сколько проехал, да, считай? Ну, да, ну только 100 километров, считай, я проехал сам. Был дождь, а потом сам был сел, вот сколько нас сегодня было. Ты найди сейчас кого-то, чтобы проехал, да? Вот так 4, да он даже из полок. С непривычки, он уже нашел конечно удобное для себя положение, как ему сидеть удобно. Конечно. Так что будет теперь зайчик вам байки травить. Как кто-то там писал, у него будет травить точно. Теперь он уже матерый байкер. Вот такая красотень. Еще нас Коля подгоняют, ждали нас, чтобы типа отстали. Не, ну тут такие серпантины, да, тут очень, надо осторожно, да, потому да, что мало ли. Но здесь очень небольшое такое движение, так поодиночные фуры, поодиночные легковые. Везде стоит полиция, очень много полицейских этих постов, такие очень доброжелательные полицейские, останавливают, просто проверяют паспорт. У местных, наверное, пропуска смотрят, потому что, ну, как бы так. Полицейские очень хорошие. Очень хорошие, добрые, ну, такие вот приятные. Хочу себе такую красоту. Тяжело, да. Потом мы потихоньку едем. Те на мотоцикле, они ничего не снимают. Я сам был иногда так чуть-чуть что-то снимаю. Ну, Коль, давай, такая красота, надо снять. Ну, мы только что мы просто забыли, а проезжали было еще красивее. Да, да. Были прям такие горы, горы, горы красивые. Так, все, я выключаю. А у меня штаны, а жопа мокрая. Это хорошо. Да, такое мокрое, не? Сейчас душ. Да не, мне кажется, это то, что как бы вспотел, да. Ну, какая красота, какие. Ой, горы, какие там красивые, скалы красивые. Ты этим вообще, я говорю, ты вообще молодец. Да ну прям ты там. Ты сегодня меня спас, и же мы еще ехали. Если бы я была сзади, мы еще ехали, потому что я ему. Самвел поймал правильную тактику, понимаешь? Он не касаясь меня, он сел тут сзади. Да, я его не. Я почти, ну, его не касаюсь. Я поднял ножки, чьи опустил, что я теперь телепаю ножками, если я там сижу, понимаешь? Я почти. Это сегодня, а до этого. Я почти его. Я почти его не касаюсь. Вот если он я подвигаюсь, только ноги вот чуть-чуть касаются его. Так ну как тебе удобно держаться? Сзади, да, только сзади, да. А то говорил за Гену. Ну за Гену я держался, когда на этой мы ехали по Днепру. На тестовом. Ну да. Там я просто не знал, как. Там, по-моему, не было этих ручек. Да нормально. Конечно, конечно, стрёмно на поворотах, я тебе скажу, бляха. Страшно, в машине было. А вот там, где получилась такая хрень, это я не угадал с газом. А что у вас там получилось? А. Вильнуло колесо сейчас. Мы поскользнули сюда на повороте.
Ну я его уже убила. Да. А он... видишь, все-таки шел наш мотоцикл. Он сработал АБС, и он нам... Так, а Гена говорит, подскользнулись. Я говорю, ничего, бывает. Слышишь, а мы с Колей едем, подъезжаем до этого. Казалось, ну все, вот он страшный. И дальше, и еще, и еще, и еще. Я говорю, когда оно все закончится? На машине как вылетает. На нас летит фура. Мы а там три фуры подряд как раз. На ужин. На нас летит фура. Представь, едет фура, а это вылетает на встречку, по встречке, летит на нас. Фура летит огромная. Пошла на обгон другой фуры, мы едем, она летит на нас. Я говорю, ну и куда нам деваться? Вот она скала, вот она фура летящая на нас, понимаешь? И куда вы делись? Ну, он успел. Объехали. Коля притормозила, а этот успел обогнать эту фуру. Ну, Коля хорошо водит, скажи. Не, ну, так, такие участки дороги, что как бы ты хорошо не водил, но из-за таких дураков, которые на тебя вылетают за крутого поворота, ну... Ну, я ну, все равно... Коля песни Коля. Пел, кстати. Коля научился петь. Да? Я тебя поздравляю. А я при чем? Он сам научился ты петь. Ты же его учил. Да, ну что там его? Он поет. Он вместе как с... Как держали, не смеялись, а он поет. А он поет. Ну так, да. Как говорили, что нема голоса, нема того, нема чего. Слуха нема. А он поет, да? Ква-ква-ква-ква-ква. Всем врагам назло. Ква-ква-ква-ква-ква. Тут даже кури, смотри, людей не боятся. Что они? Цып-цып-цып-цып-цып. Да. Ты видел такое? Я такого не видел. У нас куры убегали когда. Не знали, что если ее догонят, то ей голову отрубают. Эти, видно, не знают ничего. Держат неведение. Ой. Я никогда не видел, как инжир растет. Так как он. Я в Крыму видела, уже забыла. Да. А вот он, смотри, как он коричневый. Вот он. Так он на голове у нас. Вот, смотри. Да вижу. Ага. Это уже можно есть? Ну, я не знаю. Ира, он спелый. Да? Ну попробуй. Да не, шо, засохло. А вот это что такое? Бузина? Не знаю. У зрителей своих спрашиваний. Ира, смотри, какая пчела. Да, какая пчела. Может, или смог. Смотри, какая пчела, Ира. Я вижу. Это пчела? Ну, шершень, чешу это. Это не пчела. Так это странное. Турецкая пчела. Мы приехали, ребятки, в гостиницу. Город Сиде. Не путать с Биде. Сиде или вот это Манамая. Как он? Манавга. Да выкинуть тут, а на куда-то там, где выкинуть. О, смотрите, какие розы возле отеля, ребята. Боже, если бы я мог передать ту красоту, которую я вижу, вот эти вот, даже этот заборчик плетеный, если бы это можно было увидеть все глазами, а не камерой. Я... Иду, иду. Ой, вообще, ребята, как красиво. Пошли, пошли. Иду, иду. Дайте гроши заработать. Дайте гроши. Смотри, у нас сыра вещей, да, и у вас Коли курит. Мы налегке. Русо-туристы, облика морали. Ага. Да, вот только ты открой багажник, так... там остались наши шмотки. Там, ага, и там три чемодана экипировки. Прости Wi-Fi, Куля. Секундочку. Прости Wi-Fi. Ну давай я свой там. Аура. Ой, все, посидели. Здесь ресторан, здесь время, вкусно, тут пич кабаб и бензин. Держи. Что мы откуда знаем? Если хочешь, очень сильно. Second floor. Second hand. Вот это ресторан? Где? Вот это, да. Шкаф. Телепортировали, слышишь? В Гарри Поттере. 202. Ресторан. А у нас? 204. Давай, Миша. Я уже полетел, пишу, ой. Самый, на украинский. Это же. Сандалики мои. 202. У вас какой ген? 204. Ага. Ой, красиво как. Как красиво. Настоящая аура. А вот Wi-Fi. Да, это роутер. Да. О. Ага, спасибо.
Боже, это знаешь, что кресло для него надо подвигать, поднимать. Молодцы, оборудовали. Ну, 204, а вы рядышком или через номер? 202, через номер. О, тут круто. Thank you so much. О, вода такая же есть. Я в туалет, да подожди, надо же встунуть. Это же не включишь. Подожди. Давай. О, тут две кровати, слава богу. Слава богу, ой, гля. Ира. У нас вид на горы. А как открыть? Прости. Все, я... Море, ребята. Боже, море, ребятки. О! Под окнами такой олеандр. Я уже пою. О, море, а я слышу, заходи. У вас море не видно? У нас море видно. И у нас. А что ты, Коля, говоришь, что у вас горы? И горы, и море. А, ну так что, что ты, Коля, это? А я это... Ну, горы, он подумал... Глаз ближе чуть-чуть. Горы, подумал, он вот эта штука. Не, горы он дальше. А вас ближе море? Ну, мы через номер туда. О-о-о. Ничего себе. Wi-Fi хреновый, да, Коля? Все нормально, жить можно. Он вода, а где? Следующий. Вот этот? Вот это купю. Ой, я не сюда. Это не этот номер? А. Где Ира? Где ты есть? Я думал, то коридор. Пошел другой номер. Ой, ну вот мы. Лиза, как учить? Как учить? С пульта. А вы карточку вставили? А, что же вы карточку не вставили? О. И Коля там. Черепица Ира, как стили, да? Ну да, как у нас стили было. У нас, правда, не такая ну, была. Наконец-то мы и к этому морю. Приплыли на одно море. Фу, боже мой, неужели? Да, будешь ты трястись сегодня, сам Вилка долго после сегодняшней дороги. Ну ничего, мне... Ты молодец, ты крутой. Пару раз было стрёмно, ты конечно, молодец. Сыкотно. Ты молодец. Там написали «Герой за спиной Гены». Там Гене даже легче, он управляет мотоциклом, а ты сидишь. Ты полностью доверенный в его руки. Ну да, представь, это тоже степень доверия какая, да? Ты ничего не можешь изменить, ничего. Доверяешь. Ты просто... Вон эта вода. Если тебя жизнь свою доверила. Вода. Болтуны. Так, я хочу в туалет по-большому. Кому шо? Коля, в туалет не идешь? А, подожди, я не отдам его эти сандали. Он хочет на море. О, сандали возьмите. Подожди. А, это мои. Ага. Ой, что тут? А где тут туалет и дверь? О, боже, ребята. 400 километров на мотоцикле сзади.